Хорошая подача и отличный мяч укладывает в угол лучший бомбардир Интера. Родриго Паласио. От ворот максимально сильно. И не достать, не допрыгнуть, не добраться. Каковы дела у Ранокки? Насколько серьезное его повреждение? Насколько серьезное повреждение у Вальтера Самуэля? Шанс для третьего мяча имеет Интер. Передача. И Альварес пользуется этим пасом. Родриго Паласио. И третий мяч забивает. Буквально через несколько мгновений после того, как Давиде Масса определяет, что в этой игре будет еще 5 компенсированных минут. И...